центр Камрата, улица Ленина. Вот так вот убирают или вообще не убирают улицу. Почему на обочинах такой песок? Замечу, что улицу убрали в центре по Ленина от полиции до автостанции. Сейчас мы поедем дальше. Такая уборка, наверное, считается в порядке вещей. Посмотрите, сколько щебня, камней, песок на дорогу. Так убирают дорогу. Видите, посмотрите, этот песок. Это не просто чуть-чуть его, а тут его просто можно собрать целую машину. И это считается уборка города. Видите, вот так вот убрана центральная улица, лицо города. Сейчас мы поедем дальше, там еще ужаснее картина. Обратите внимание, какая грязная улица. Вот с этим я должен мириться. Вот смотрите. Сейчас я дам назад. Эти камни могут в машине вылететь в стекло. Если кто-то считает, что это уборка, то я считаю, что это отмазывание. Посмотрите, вот, убрали, называется убрали, да? Вот так убирает город. Они считают, что это уборка. Поедем дальше. Посмотрите, какая пыль. Здесь люди живут. Тут даже форточку летом не откроешь в такую жару. Я сейчас чуть увеличу, чтобы я не останавливался постоянно. Просто обратите внимание, какой мусор. Давайте возьмем Атлантиду. Посмотрите, около Атлантиды сколько песка, земли. Вот Думанская госпожа приехала. Пусть скажет господину примару, как чисто около ее дома. О, посмотрите на эту улицу. Сюда, наверное, можно заехать только на танке. Так, это у нас улица Чкалова. Чкалова улица, которую так расхваливают, что ее ремонтируют. Ну что, едем дальше. Раз мы уж взялись показывать город, так покажем его. Правда, я не по всему городу могу проехать, у меня просто нет такой возможности. Обратите внимание, повсюду песок на обочине. Неужели его нельзя убирать как положено? Вот надо оставлять именно вот такую вот мусор, камни. У нас как-то это вошло в привычку не убирать обочины. Вот еще посмотрите, видите?
Эти камни, между прочим, летят в машину. Здесь дорогу такое ощущение, как будто не убирали. Да, они сверху взяли, но а так-то ее и... Все самые крупные камни остались на дороге. Даже если, ну это улица Котовского, даже если какие-то дороги попадают у меня на видео республиканского значения, то почему их вообще не убирают? Почему руководство города безразлично на то, что дороги не убирают в городе, как положено? Ваша скорость не фиксирует. Что нельзя было вот проехать грейдером, убирать этот песок, как положено. Давайте возьмем перекресток Котовского освобождения. Вот здесь говорят, что убирали улицу. Как... Я что-то не вижу, чтобы ее хорошо убрали, честно говоря. Сейчас я вам покажу. Вот эти горы щебня оставили посередине дороги. Ну, как это понять? Фу, пыль здесь, конечно, серьезная. Я не проехался по всему городу. Если я проедусь, то, поверьте мне, будет картина не лучшего состояния.